В начале апреля, завершением длительного технологического перерыва, были возобновлены работы по созданию нового променада на дамбе у Даугавпилсской крепости. Вместе с этим возобновляется не только строительный процесс, но и ограничения по скорости, которые нужно соблюдать на участке в 1 километр, то есть на протяженности всего будущего променада. Ранее строители проделали немалую работу. Заготовлено место для будущей стоянки, были заложены электрические кабели для освещения. Основания для будущих фонарей уже подвезены и размещены вдоль строительной линии. Уже можно увидеть два элемента будущего променада – очищенное укрепление дамбы из оригинальных камней и подпорную бетонную стену, необходимую для защиты пешеходной части от оползней. Уже подготавливаются спуски к воде, которые, в отличие от прошлых деревянных лестниц, будут сделаны из бетона. Позже можно будет заняться и обустройством мест для сидений и отдыха. Свою работу завершили археологи, которые еще в прошлом году подтвердили оригинальность дамбовых булыжников и обнаружили предметы быта разных времен, не представляющих, однако, особой исторической ценности. Наиболее хорошо сохранившиеся объекты были переданы в информационный центр Даугавпилсской крепости. Работы по созданию променада продолжаются. Причем ответственные специалисты просят быть сознательными не только автомобилистов, но и всех горожан города, так как в этом месте были констатированы случаи несанкционированного выброса бытового мусора. Напоминаем, что за такое нарушение правил об хозяйствовании отходов выносится предупреждение или выписывается денежный штраф. Если такие случаи повторятся, самоуправлению придется установить у будущего променада мобильную камеру наблюдения. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.